Я бы ему присягнул и прям преклонился. И пусть он император, и менять правительство при этом, да? В туалете системе очко. Я увидел унитаз впервые в армии. Кинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вот, я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Круто! Да это ж круто! Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Супер гуд. Дай им бог здоровья. Спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Я уважаю, что они делают. Это было не просто смело. Это было пиздец как смело. Типа, выродок-то откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Ну, это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так, не глубинно, но осуждаю. Они классные. Там классные ребята, продвинутые, молодые. Я реально прихерел. Кстати, я к ним хорошо отношусь, ко всем. Они реально, ребята, хорошие. Хочется умереть достойно. И чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому, что я не мог в этом. Это был великий сарказм. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом? А реалистично это никогда не будет. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Все говорили, да, тобой крайне недовольны. И мы считаем, тебе надо быть аккуратным. Я его знаю как хорошего человека. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Ты совершил страшное преступление. Я реально заплакал. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. Они, безусловно, ошиблись. Это было, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Вот такие формы, форматы. О, император! Как я сказал, виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты.